Маня. Маня, иди ко мне. Иди ко мне, моя Манечка, иди. Скажи, папа, получил ЮЭшку. ЮЭшку, скажи, да? Что это? Что это ты схватил, а? Что, она уже попионерила попугаев. Сейчас принесу. Кто будет пилочку вкусную? Я буду. Да, Степа, я. Ух ты ж. Не, ну как Бася смотрит на Киру? А что у меня есть? Давай, давай быстрее. Ка-ка-ка. Опа, сейчас. А сейчас подожди. Скажи, сейчас я тебе, папа, помогу. Скажи, буду я прям, скажи, ждать, пока вторую откроют, да? Вот. Вот так. Эй. Бася так смотрит сверху. Мои вы хороси. Это... Что, смотришь, чтобы я не ругалась? Все уже ободрали? За диваном. Я сегодня уже говорю Ваду, говорю, давай, говорю, за диваном тоже. Камыш, этот не камыш, а как его, бамбук тоже наклеим. Там не бамбук надо. Там нужно... У тебя вандальное что-то. Бетонировать. Что, все, пакостить? Угу. Маня, к попугаям не лезь. Она на свет пустит. Ай, мне нравится. Сел на пенек, съем пирожок. Так сидит. Степа, ты уже ждешь, когда тебе в рот зальется, да? То есть сам уже не пьешь. Папа балует. Мороженое съесть. Угу. Все? Нет. Давай две. Вадя. Хопай. Ну. Он же увидел, что в той текло. Молодец. Иди, иди. Иди, мой. Мой. Какой он, умничка. Ваняша. Сейчас увидим. Ой, дай мне что-нибудь. Вот так и живем. Вот так и живем. На. Давай я поскручу. Так, алло. Кто спрятался? Степа, иди на Маня. Маня. Там Майю выпускают. Ты Маю выпустил? Ничего не идет. На. Докрути их до края.
Вадик. Ну, вон налил. Где? Сейчас Маня все растопчет. Иди сюда. На. Манчи, из орехи в щеках как? Нормально. Иди, эквилибристка. Что? Что? Степка уже не вырубится, не дается. Выступает. Оп. Вот уж бандюган. Степа, уже тут до апреля, когда вы пойдете в отдельный вольер, осталось совсем немножко. Всего 3 месяца. Всего 3 месяца. Иди. Скажи, как же мы будем? Легко, скажи, в вольере. Дых, дых, дых. Тише, тише, тише. Давай. А достанем клубнички. Дух, дух, дух. Степа. Степа. Маня, клубничка. А может, Кирюша будет? Кира, ты как по клубничке? О, ты умничка. Лапочка. Жоечка, тебе не дали клубничку, да? Жх. Мне так нравятся ее вот эти вот перышки новые, беленькие. Какие вкусно. Смакота, да, Кирюш? Моя красавица. Кто в домик спрятался? Кого не видно? Глянь. Оба спрятались в домик. Темно. Маня к любимой батарее. Жих. Я ищу Басик. Он лежит шкатулкой. Прикинулся, да. Манечка, иди. Степа, что такое? Ты на руки идешь? Или чтобы укусить идешь? М? У него на лапках стали серебриться волосики. Уже как у такого, у подростка. Да, Степ? А вон какая шерсть, красивый, какой пацан такой. А все, ты видел, какой у него уже? Подшерсток. Не подшерсток, а вон на спине. Уже этот их капюшон. Как у больших гамадрил капюшон. Дых. Степа. Сажик Степки, не игрушка. Дай сюда, скажи, папа, сейчас я буду играть с Сажиком. Он прыгучий, да, котенок? Все-таки у котенка больше реакции, чем у обезьяны. Конечно. А зачем, скажи, обезьяне? Хотя, когда они ловят воробьев. Воробьев, да. Ага.
То котенок отдыхает. Ну, мне так нравится, какая у него шерсть вообще. Уже гамадрил, гамадрил. Ага, такой ти-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 ти. Удочку. Маня! 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 Уйди! Уйди от Кирюши! Маня! Ну-ка, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди, моя маленькая, иди. Иди. Что, не удалось, да? Опять охота не удалась. Маня. А Кела промахнулся. Так, так. Рано заметили. Она хитрая. Угу. Ей вот это все не надо. Ей бы суп из Киры, да, Мань? Вот никто за Кирой не охотится. Даже Люська. Нет, она не за Кирой. Да, конечно, не за Кирой. А теперь скажи, по моим правилам играем, да, Степа? Понятно. Все знает, все понимает. О-о-о! Сажик, прыжок века. Ничего себе. Опа. Ну, давай покатаю. Давай покатаю. Опа. Эй, какой прыгучий. Вообще. Бася никогда таким не был. Такие. Катается, катается, сидит. Ой, да? Ой, да, Степа? Иди ко мне. Ну иди хоть пообнимаемся чуть-чуть. Иди. Опа! Ну, поухаживай за мной. Стёп. Дик. 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 Вот это да. Что? Что? Иди поухаживай, иди за мной поухаживай, иди. Вообще в руки не дается. Если вот идет, укусить только. Прям не тронь тебя. Ну. Ну где вот мой маленький Степка, который был такой ласковый? Вот держит Сашка, тут только головой. Дик, 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 дик. О, поймал. Степа. Ну что это за поведение, а? Ваня, 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 иди, иди ко мне, иди ко мне. Иди, мой хомяк, иди, иди. Растут дети. Не хотят просто обниматься. Пошел, пошел. Да, Мань. Вот все-таки смотри, Вань, когда была Люська, она была одна, и она была гораздо больше привязана. Эти вдвоем растут, они все равно друг на друге завязаны, и им уже как бы джмык. Мы уже нужны постольку, поскольку. Да? Скажи, покормите нас, обслужите нас. Ну, всем пока. Нет, скажи всем привет. Всем привет. Да, Степа, скажи, уже так, чтобы просто посидеть, пообниматься, потетехаться. Еще Маня, он приходит, а Степка уже все. Я так понимаю, что к весне он уже будет такой, уже совсем пацан, пацан. Чё? Самостоятельный.